Те из вас, кто по уши влез в лор текущего сезона и его датамайны, уже наверняка прочли тонну материала, похожего на этот. Но все же, для огромной части игроков и зрителей моего канала, это все еще новая информация и потенциально массивный спойлер. Так что, если тебе уж очень интересно и ты не боишься спойлеров, то, милости прошу, можешь досматривать это видео. Но если тебе страшно, поставь лайк и услышимся чуть позже. Сегодня я расскажу тебе о том, как командир Завала отрекся от Странника и поддался проклятию Саватун. Все, что я скажу в этом видео, это резюме одной из самых широко обсуждаемых на Reddit и в лор-сообществе теорий. Этот ролик не претендует на звание «Вот именно так и будет». Однако прислушаться к такой версии развития событий я бы настоятельно рекомендовал, ну и как минимум мне она интересна, и именно поэтому я ей с вами и делюсь. Теория основывается на множестве важных деталей и персонажей. Начнем с Шакса. Как известно, большинству из нас над Шаксом в башне висит череп Ахамкары, который он хранит в качестве трофея. Это станет важной деталью позже, когда мы рассмотрим историю в описании экзотического пистолета «Выбор Странника», квест на который появится в игре уже со дня на день. Теперь давайте вспомним разговор Шакса и Сейнта 14, который мы подслушали в Сумеречной Бреши, где Шакс поет песню «Луна сделана из сыра». Позже мы слышим, как Скиталец рассказывает об этом Эрис. И она говорит, что Шаксу следует выбросить череп, поскольку песня, которую он спел, является одной из песен Саватун. Lil Diddy. Did it go? That would be the one. What is it? Теперь вернемся к экзоту «Выбор Странника», а точнее к его лор-описанию. Он поделен на три части. Я захожу в свое окостеневающее логово и вижу его там. Наклонив голову, он смотрит куда-то в бок на своего странника. Он что-то негромко говорит, но я его не слышу. Его услышал бы любой. Он ждет ответа. И я тоже. В воздухе повисает напряжение, любопытство, он весь внимание, стоит на вытяжку, словно верный пес. Для меня проходит всего миг, но для него в молчании тянутся часы. Я охотно придушу голос странника, если он ему ответит, но ничего не происходит. Он крепче вцепляется в ограждение. Я чувствую, что в нем что-то изменилось, что появляется новая возможность. Окостеневшим логовом тут называется череп Ахамкары, как единственный предмет, сделанный из костей. От чьего лица ведется повествование? Что ж, со стопроцентной вероятностью сказать непросто. Это либо сама Саватун, либо Ахамкара. Но на первую указывает больше доказательств, так что далее я буду говорить именно как о Саватун. Но мы еще обсудим этот вопрос позже. В любом случае, Саватун наблюдает за Завалой. Саватун наблюдает, как командир вслух разговаривает со странником. Вероятно, события разворачиваются в прошлом, после истории Красной войны, когда он впервые проснулся после нападения Гоула. Саватун готова вмешаться, но странник все равно ему не отвечает. Вера Завалы пошатнулась из-за молчания странника в тот момент. Я снова приникаю к глазницам. Сеть слегка поскрипывает от давления. Кто-то подходит ближе, и он отворачивается от странника. Происходит какой-то обмен, скрытый от взгляда алым сполохом. Он получает отчеты. Надежда вытекает из него, словно кровь. Он вручает посланцу символ своей веры. Тот принимает его, не понимая, что он означает. Он смотрит вслед удаляющемуся посланцу. В его центре полость. Она прекрасна. Эта часть повествует о том, что происходит
в настоящее время. Он получает от нас отчеты о тьме. После он дарит нам выбор странника в знак своей веры. Мы принимаем это, не понимая, что он означает. Мы берем его, думая, что просто получаем еще одно оружие от авангарда. Но настоящее значение подарка состоит в том, что пистолет представляет собой веру Завалы в странника. Он отбрасывает ее, потому что больше не может выносить это. Теперь Саватун видит в нем огромную пустоту, которую она может использовать, чтобы совратить его. Я осторожно возвращаюсь. Я не вижу его, но слышу. Он обращается ко всем, и его голос полон скорби. Нужно выяснить, как далеко назад меня отбросило. Я осторожно тянусь к нему. Сила. Я надавливаю и ощущаю лишь сладкую мягкую гниль. Я схожу с ума от наслаждения. Он не дал им никаких ответов. Это был рефлекс, сокращение безмозглого мускула. Из меня вырывается радостная песня. Следуя логике, это будущее. Что-то случится с Завалой, что станет для него большим ударом и горем. Это окончательно и разрушит его веру в свет. Вероятно, мы столкнемся с этими событиями во время «За гранью света». Возможно, это будет смерть Эрис и Коры или другого близкого Завале героя. Возможно, он не сможет смириться с принятием нами сил тьмы для использования стазиса. В любом случае, Завала будет сломлен Саватун. Он не дал им никаких ответов. Очевидно, речь про странника. Похоже, Завала и, вероятно, большинство стражей в целом ждали долгожданного ответа от странника после того, как тот проснулся после Красной войны. Тот, от чьего лица ведется повествование, утверждает, что пробуждение странника было просто рефлексом на приток света, который он получил после взрыва Гоула. Теперь давайте подробнее разберем вопрос о том, кто говорит в тексте «Выбор странника». Как и писали ранее, это, вероятно, Саватун или мертвая Ахамкара, потому что предполагается, что Шакс слышал песню, исходящую из черепа. Он утверждает, что Эрис научила его этому, но сама Эрис говорит, что не делала этого. Притом Эрис знает эту песню, и мы слышим, как она ее поет в Откровении. Шакс, Эрис, а теперь и Завала. Должно быть, все ее слышали, но была ли в игре хоть одна история, которая бы объединяла этих трех раздрозненных персонажей и при этом включала бы в себя Ахамкар, Улей и странное нашептывание? Такая была. Эрис и Завала смотрели, как Шакс сидел рядом с умирающей Ахамкарой, положив руку на ее круглый нос. «Он что, злорадствует?» – спросила она. «Он слишком практичен, чтобы злорадствовать», – ответил Завала. «Значит, скорбит». «Возможно». Ахамкара задергалась, ее глаза закатились, биохимическое свечение под кожей стало резче. Завала и Эрис закрылись руками от слепящего света, а потом труп взорвался. Грязь окатила стражей, словно дождь из пыли в ясный день. Шакс молча сидел в возникшей воронке, окутанный лепестками зеленого пламени. Завала и Эрис открыли рты, чтобы что-то сказать, но Шакс перебил их. «Тссс», — сказал он на фоне тихого рокота пламени. Каждый из них услышал обезличенный шепот, но они к нему уже успели привыкнуть. «Да-да!» Очевидно, это тот самый череп Ахамкары, который находится в башне и висит над Шаксом. Вероятно, эта история и повествует нам о том, как был добыт череп. И все действующие лица истории тоже на месте. Эрис, Завала и Шакс. Но как эта запись может связать Саватун с историей? Взгляните, что здесь происходит с телом Ахамкары. Оно взрывается зеленым огнем. Весь зеленый огонь, который мы можем встретить в Destiny, это магия Улья. И это факт. И похоже, что именно так Саватун и конкретно эта Ахамкара и связаны. Мы знаем, что Саватун и раньше прибегала к власти над желаниями Ахамкар. И все это, конечно,
написано от лица Саватун. Завала ненавидит тьму, презирает ее. Но странник никогда не разговаривал даже со спикером. Логично, что теперь, когда он пробудился, он не станет говорить с Завалой. Его вера осталась без награды. И все, что он получил, это смерть своих друзей. Смерть Кейда, разрушение его города. Кроме того, в датамайнах игры уже находили вырезанные диалоги Завалы, в которых он открывается игроку и говорит о том, что до сих пор не может спокойно спать, вспоминая о потерях народа и близких. Мы знаем, что Завала будет главной целью Саватун, потому что он больше других недооценивает ее силу и, можно сказать, не понимает ее. В конце налета гниющее ядро Завала говорит: «Завала, Саватун собирается с силами. Если мы хотим пережить ее нападение, нужно приготовиться». «Мы победили Орикса. Если Саватун жаждет боя, она его получит». «Саватун не столь безрассудна, как ее брат. Она никогда не...» Нам, Стражам и Эрис, остается покачать головами из-за глупости и наивности Завалы. Ведь мы знаем, что Саватун не собирается атаковать напрямую. А Завала – простой человек. Он не может понять махинации и стратегии такого изысканного чудовища, как Саватун. А неправильно понять королеву ведьм – значит дать ей силу над собой. Единственная другая версия происходящего, которая может быть обращена к Ахамкаре, а не Саватун, в том, что вера Завалы может в конечном итоге активировать и пробудить силы черепа Ахамкары, что приведет к его проклятию. Помните, что магия Ахамкары подпитывается желанием, извращенным желанием, когда вещи становятся другими, нежели они есть. Завала разговаривает со странником, желая ответа, умоляя дать знак того, что его вера не напрасна. Это может быть сила, которая в конечном итоге развратит его.